Всем Game Pass, на Пассе, и с вами продолжаем играть в ловлю рыбы кота. Мы с вами остановились на том, что мы с вами в конце концов купили лодку. Да, это было долгое видео, я уверен, что многие не досмотрели его до конца, потому что оно слишком большим получилось. Но я как раз таки рад тому, что теперь мне становится намного легче ловить рыбу. То есть не будет никаких вот этих вот мелких рыбёх, которые... у тебя будет жрать всю эту рыбу. Вообще не будет никаких вот таких вот проблем с рыбами. Но, в принципе... Погодите, то есть мне приходится плыть обратно на остров, чтобы продать рыбу? Серьезно? Ого, вот это новости. Вот это нате. То есть мне приходится ловить рыбку. А потом... Хотя, в принципе-то зачем? Если какая-то большая, крутая рыбень, вот такая вот, которая жрает всю рыбу, вот тогда еще ладно. Да ё-моё. Ну-ка идите сюда. Не-не-не-не-не. Ладно, окей. План номер два. План Б. План Б. Давай. Сюда. Быстрее, не домальки ж вы мелкие. То есть, получается, рыба шугается вот этих вот хищников. Сюда подошла. Опа. А теперь, смотрите. Оп. И... Не-не-не, пошла отсюда. Давайте будем там ловить эту рыбу сильненькую. О, да, отлично. Супер. Это не будешь своего братка жрать. Вот эту рыбу я с удовольствием буду продавать. Хотя, погодите, сколько она стоит? Она стоит еще дешевле, чем вот эти вот. Да-да, не, я уж лучше буду продавать ту рыбу. Хотя, в принципе, знаете что, я бы мог... Зачем я плыву обратно? Я могу-то взять и ловить вот тех гигантов, которые меня бесят. Жрают там абсолютно все. Как раз таки вот это да, вот это стратегия стоять, нет. Сюда. Оп. Ну ладно. Пускай еще одна такая будет. Все равно там еще плавает на острове. Ну или же где-то там. Не-не-не-не, пошла отсюда. Стоп. Отлично. Теперь мы словили вот этот. Ничего себе. Вот это новости. Почти 9к стоит рыба. Офигеть. Я в шоке. Ну вот это и рыбень должна быть. Что там, удочка какая-то? Не-не-не-не-не, погодите вы со своими удочками. Вот это вот для меня настоящая цель. Ну, в принципе, можно было бы всякие ракеты и бомбы, но не, все же лучше лодки покупать. Вот это тема, лодки это тема. Потому что без лодок мы никуда далеко не уплывем. Почему здесь нельзя? А можно тут как-то делать так, чтобы рыбу на лодку ложить? Да, наверное можно, а может нельзя. Давайте сейчас это с вами словим мелкую рыбку. О, все, вот. Сколько здесь сонных рыб? Я в шоке. Я просто в шоке. Тут столько этих рыб мелких. Капец. Ну-ка, а где вот эта вот рыбка желтая? Желтая рыбка. Где? Ну-ка, есть тут желтая? О, отлично. Все, теперь поплыли дальше. Поплыли дальше и будем ловить там рыбку. Чуть-чуть дальше, нам нужно где-то... А, вот тут. Ну-ка, давай. Ловись, рыбка. Большая, но не маленькая. Большая. Нет, пошла отсюда. Здесь, кыш. Кыш. Ну, ё-моё. А ты чё жираешь мою рыбу? Не, эту рыбу я не буду продавать. Вы что, нет? Погодите. А, не, это обыкновенная. Ну, опять это... Ну, что такое? Кстати, погодите, а если я просто ловлю рыбу? А, оказывается, эта рыбка неплохо так и стоит. Стоп, она добавляется в каталог? Да, она добавляется в каталог. Я хочу ее снова словить. У меня теперь вот такая цель, словить вот такую рыбу, но уже целую. Я просто перфекционист. Я не могу просто оставить это все так в покое. К примеру, если какая-то игра с уровнями, то я ее обязательно должен пройти на 3 звезды. Да. Тебя я сразу продаю. Ты что? Такая дорогая рыба. Я думаю, что она стоит дешевле. Хотя обычно эти вот желтые рыбы всегда жрают у тебя половину рыбы. А кажется, что она дешевая, хотя на самом деле она стоит 1000. Ну-ка. Ну давай же ты что ли сюда иди. Эта рыба вообще не редкая, ужасная какая-то.
Я думал, что она какая-то прям вообще экзотическая рыба и... Хотя, в принципе, она вообще выглядит как самая обыкновенная. Нет, уйди. Давайте еще какую-то мне желтую. Да ушла отсюда, я тебе сказала. Кыш. Сонные рыбы тоже. Опять! Да ты достал уже есть! Второй раз уже у меня жрат эту рыбу. Не, ну погодите, она стоит 9... Она стоит не 9к. Сколько мы смотрели, она стоит? Погодите. Сколько мы смотрели, она стоит? Она стоит 18 тысяч. То есть у меня половины рыбы сожрали. Ну, куда это годится, алло? Я перфекционист. Не надо, чтобы, ну... Вообще, ерунда какая-то. Сейчас мы пойдем и разберемся. Получается, вот такая рыба, которую мы с вами словили за 18к, ее надо ловить на желтую прикормку. На желтую. Получается, из больших рыб я только вот эту поймал. Все, больше никакую. Но это уже какие-то отдельные рыбы пошли. Давайте тогда... Иди сюда. Любая сейчас мне нужна. Вот именно любая мелкая. Любая мелкая рыбка, иди сюда. Ага, ща. Не дам я тебе свою рыбу. Пошла отсюда. Ты что, совсем? Ты что, сломала законы физики? Ты что, уже летаешь над водой? Так, ну-ка, идите сюда. Иди сюда, большая рыбень. Прямо рыбень, рыбище. Рыбень. Рыбная, иди сюда. Подошла сюда, я тебе сказал. Идеальный улов. Просто идеально. Наконец-то, ребят, мы с вами словили этого гиганта. 12 тысяч. Серьезно, ребят? Большая рыба. Большая, на заметочку. 12 тысяч. Маленькая рыба. А, ну это экзотическая. Все, я молчу. Я молчу, никаких претензий нету. Ну, в принципе, ребят, наконец-то я это огромный кусок мяса словил, который постоянно меня жрал все. Сейчас мы еще словим эту большую желтую рыбу, которую мы с вами ловили. Когда я прям обрадовался, что из меня все органы вылазили. Вот эту рыбу тоже надо поймать. Но сейчас я понимаю, что с лодкой стало намного легче все ловить. Намного. Я очень рад, что мы с вами это купили, эту лодку. В принципе, мне... Уже все равно, кто тут будет жрать рыбу до костей, хоть не до костей. Все равно она действует как желтая прикормка, так что отлично. Пускай сюда ко мне придет эта рыба, которая надкусывает половину, жрает. 18 тысяч, блин, стоит она. А там половину ее схавали. Нормально, да? Но теперь-то ее никто не схавает половину, потому что уже никто ее и не схавает. Ну-ка, а ты на какую ловишь? О май гад! Новая рыба! Не-не-не, я пошла отсюда, большая желтая рыба, кыш-кыш-кыш. 5 косарей стоит, нормально, сейчас мы ее пойдем заберем. Хотя погодите, мы же хотели словить желтую. Ну, в принципе, погодите, она в каталоге есть, значит, все, мы ее... Это тоже экзотическая рыба, я в шоке. То есть можно ловить не только желтые рыбы, но еще ловить экзотические, потому что они, в принципе, стоят не так уж и дорого. Хотя я понимаю, что это такая ошибка, потому что вот такие мелкие... Ладно, еще у меня вот цель вот эту оранжевую рыбу словить. Ну-ка, иди сюда. Оранжевая рыба ловится на большую прикормку, поэтому ждем только оранжевую. Не-не-не-не, кш-кш-кш, тебе здесь не место. Ты просто должна отсюда уйти. Да ты достала, ну сколько можно? Ладно, на этих рыб... Это еще что за... Вы это видели? Что за катаклизм происходит? Да вы уже бесите! Кыш отсюда! Так кыш отсюда, я вам сказал! Да ну достали уже! Ладно, сейчас я словлю все эти обычные рыбы и все. Я сейчас словлю эти все обычные рыбы и пускай гуляют вальсом. Достали уже. Давайте сейчас точно убедимся... А... Ну-ка, подожди, ты ловишься на ж... Да, она ловится даже не настолько... А, бонус дается за экзотическую рыбу, я понял. Капец, ну такую картину. Ладно, сейчас я продам эту рыбу. Я эту рыбу продам. Вот так вот даже. Ничего себе. А все, нету вашего отца, папы, мамы. Все, нет, пропало. О, опять эта рыба словилась. По-моему, она 5 косарей, да, стоит? Не она.
Она стоит 8600. Ну, нормально, нормально для такой рыбы. Погодите, получается, эти мальки будут пацаны со мной плавать? Потому что я их не рыбы продал. Теперь я все понял. Ну, простите. В любом случае, теперь это мне облегчает задачу, потому что я могу вот так вот кинуть прикормку. Они сразу ее съели и все. Не-н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 е. Это не пойдет, надо нормально далеко шмальнуть. Да ты издеваешься. Ладно, ребят, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам понравился. Он, ну, конечно, мы с вами разблокировали не так уж много и рыб, но давайте сделаем выводы. Все же скиттер какой-то у нас появился. Это раз, два, гарумп, три, еще вот эта рыба. Вот эту рыбу мы уже с вами ловили, но, блин, кусок сожрали. Также спалоу, это у нас уже четвертая рыба. Ну и большая, вот эта красная рыба, это уже 5. Экзотическая, между прочим. Они тут почти все. Это не экзотическая, так что ее незачем ловить, но я перфекционист. Ну, не забывайте писать комментарии, опять же, новые идеи или же крутые комментарии попадают в видео. В общем, с вами был Яропас. Всем аревуар!